Сегодня у нас вот так, с рюкзаком, без лошади. Пройдемся за грибами, прогуляемся. Посмотрим, как там у нас, есть ли подосиновики. Остановимся, съедим ежевику. Какая она тоже красивенькая. Ну, вкусная, кстати. Надо прийти пособирать. Мы не будем задерживаться на ежевике. Топаем. Я сегодня одела кроссовки, о чем, конечно, пожалею. С таким делом я не похудею никогда. Потому что у меня такое ощущение, что я хожу только пожрать. Вечно же. Слава богу, удалось оторваться от преследователей. Никого сзади нету, ни края, ни котов. И я бежала, просто я бежала. Отрывалась от них, чтобы они за мной не побежали. Потому что пойду далеко, а они будут ныть, что им тяжко. И печально. Топаем. А я еще и думала, брать ли, одевать ли без рук. Жарко. Просто. Душно. Но все равно уже часть прошла, возвращаться не буду. Так что топаем дальше. Что-то иду и думаю. Я же не люблю подосиненьки. Что я за ними иду? А тут вон подгрузки какие хорошенькие. Немного полянка такая. Но подгрузки я не хочу что-то. Их надо мариновать у них, а мне лениво. Так что поищем подосиновики. Вон их еще столько много. Видите? Надо только намариновать. Они что-то еще, скорее всего, как они называются. Полянка. По-моему, условно съедобный. Не знаю, я не беру такие. Что-то я больше по благородным. Как-то. Маслята мне вчера понравились. Я навала. Ножки. Так, где подосиновики? Меня интересует подосиновики. Пойдем дальше. Вот называется, бери, не хочу. Сколько их много. Вот набираем, ну, 5 будем. Вот они такие хорошенькие. Их тут много. А там, там еще много. Сюда, короче, надо КамАЗом заезжать, я так понимаю. Где же мои подосиновики? Будем искать дальше. Не могу не поделиться. Какая тянуха. Симпатичная. Много их. Ну, да. Ой, вон еще подгрузки. Полянами. Вот, ура. Попался подосиновик. Будет, кстати, еще один старенький, он еще старенький. Ну, тут вроде ничего такой. Сейчас срежем, посмотрим. Ну, дальше какой-то подберем. Идем дальше. Вон какая свинуха. Огромная просто. Вот моя ладошка. Она просто огромная. Просто вот такая огромная. Капец.